Вообще, моя сторис, какие красивые волосы у меня, будет сейчас записана к предыдущей сторис, поэтому, если ты ее не прочитала, советую листнуть назад, прочитать и потом листнуть сюда. Так вот, то, что прочла я, у меня лично вызвало шок. Объясню, почему. То есть молодой человек делает своей девушке предложение. На фотке видно, что люди очень счастливы. И какая-то, извиняюсь за выражение, пизда это сфотографировала, выложила куда-то и еще высмеяла, что люди делают предложение в KFC, как это возможно, ну типа а-ля из серии «Какое же это дно?». Я считаю, что это полный бред. Во-первых, человек, который счастлив, никогда в жизни так не сделает. Во-вторых, какая разница, где человек делает предложение, если они любят друг друга, если они счастливы. В конце концов, если у них нет возможности сделать предложение как-то по-другому, зачем над этим угорать и смеяться, еще это куда-то выставлять и из-под тишка фотографировать, вот такие люди лично у меня всегда вызывали отвращение. Дальше. Ладно, фиг с ним, с тем, что он делает это предложение в KFC. Какая тебе, извиняюсь за выражение, повторюсь, разница, где люди счастливы? Вы понимаете вообще всю абсурдность ситуации? И есть что? Закон бумеранга, и жизнь все-таки справедливая штука. Вот эта тупая пизда, которая посмеялась над ребятами, которые, может быть, не имеют возможности сделать предложение в другом месте, но которые безумно счастливы. Что она сделала? Она сделала им добро, потому что их заметило большое количество крупных компаний и организовала им свадьбу. Может быть, даже ту свадьбу, о которой они никогда и не мечтали. Так вот, к чему же это? Люди, которые фоткают из-под тишка, которые, не знаю, пишут всякие говняные комментарии, стебутся над кем-то. Пожалуйста, следите за своей жизнью, потому что неважно, где мы находимся, в KFC, в дорогом ресторане или еще где-то, если люди по-настоящему счастливы, если люди чувствуют себя круто, не мешайте им быть счастливыми. Уйдите со своим дерьмом куда-нибудь в другую сторону, пожалуйста. Вот что я вам хотела сказать. И еще... Не надо смеяться над людьми, у которых нет возможности сделать